Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Вот приедешь ты, боюсь, занятой и нарядный. Не заглянешь и домой сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Хоть причины не скучать, очень даже есть. Прошло 10 лет. Вась? 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 Ну, чё ты как только спать ложимся, сразу к стене поворачиваешься и сопеть начинаешь? Ну, чё, тебе снотворное, что ли? Повернись. Давай поговорим о чём-нибудь. Ну, о чем, о чем? О том, что нашей доченьке братик нужен. Вась, что ты там грязным пальцем в обоих ковыряешь? Уже всю стенку расковырял своими отпечатками. Вась, жизнь проходит, ты все молчишь. Вон Тамарка с Федькой всю ночь про Феллини разговаривают. Про этого Мандельштампа. Тициан тоже по ночам читают. Вась, а что такое Феллини? Запчасть какая ли, макароны? Я тоже не знаю. Фильк криво узнаю, Феллини не знаю. Вась, какая мы с тобой темнота, а? Вась, ну повернись! Ну давай помечтаем о чем-нибудь возвышенном. Ну о чем, о чем? Потом, например, как мы тебе пижаму купим выходную. Как у нашего председателя. Будешь мне по субботам в клуб на танцы ходить. Вась, а мне давай купим колготки, а? Я знаешь что? Это два чулка вместе сшили, получилось как перчатки для ног. Вася, а еще я в очередь хочу записаться на белый смехотур, французский, как у Тамарки. Называется какая-то ночь. Варфоломеевская, что ли? Вася, давай тебе еще зимнюю шапку купим, а? Представляешь, лежишь ты на белом гарнитуре. Шапки из натурального чижика. Ой, Вась, ну повернись, не трону. Ну, клянусь сам дорогим, что у тебя есть. Да не этим твоим велосипедом. А повернешься, жвачки дам пожевать. Федька вон из Италии одну штучку привез, теперь всем пожевать дает. Сегодня наша с тобой, седьмая очередь, Вась. Только ты ее сразу-то не глотай, как в прошлый раз. Еще агроном наш ее не жевал. Ой, а ты знаешь, Тамарка на агроном в партком написала. Ага, за то, что я обозвал свиномат в сарафане. А партор, как всегда, заявление ты не прочитал и резолюцию наложил. Согласен. А давай мы тоже с тобой в Италию съездим, а? Ну а что, в Риме в Лувр зайдем. Пирамиду посмотрим этого, Херопса. Не хочешь, Виталь? Вася, давай хоть в Москву съездим, а? Ой, как я хочу в Москву, Вася! На Красную площадь пойдем. Это, на ВДНХ, павильон космонавтики поглядим. Вот эту статую известную, Мосфильм называется, помнишь? Там мужик к бабе с молотком тянется, а она ему серпом. Вот. Ну что, шум, правда заснул? Ой, Васька, Васька, я вон ради тебя ночную сорочку новую надела. Красивая такая сорочка фабрики «Буревестник». Это известная такая в Москве обувная фабрика, Вась. Ой, Федька, говорит, к лицу. А по-моему, срам один. Все вываливается, как тесто из кастрюли. Как в том бесстыжем журнале. Помнишь, агроном нам показывал? Ой, там у одной бабы прям платье на босу грудь. А у другой юбка с декольте и трусики-невидимки. Вась, ты что, зашевелился, вспомнил, что ли? Ой, глянь, задышал, как не прогресс. Вась, да ты что, Вась, да погоди, Вась, да ты куда, Васька? Васька, я ж думала, ты у меня совсем как арбуз перезрелый. Пузо растет, а хвостик сохнет. Всегда, хоть к утру, а растормошить можно.